И снова здравствуйте, всем привет. Итак, по вопросу, как сделать, значит, анимацию светофору, ну давайте рассмотрим. Так, сначала выберем корпус, поставим какой-нибудь материал, пускай будет ну, такой сероватый. Зайдем в шейдинги и поставим здесь, значит, настройку побольше металла. Вот так вот. Так, что у нас тут? Спекуляр. Можно блеск добавить. Вот рафнесом чуть побольше, поменьше. И вот регулируйте оттенок, вот этот блеск. Так, теперь что еще? Давайте по анимации света. Выбираем какую-нибудь запчасть. Ставим на первый кадр, добавляем новый. Так, добавляем эмиссию. И прописываем, значит, первый это будет, ну, такой же свет, да, как у нашего светофора. Ну, можно оставить чуть так посветлее, чтобы стекло напоминало. Можно еще потом сверху сделать пол цилиндра и настроить другой материал на стекло. Должна просвечиваться. Сейчас все попробуем. Так, прописываем все вот это дело. Блеск можно тут же уменьшать. Внизу тоже это дело можно прописывать. Так, прописали. Так, я не помню. Так, зеленый внизу, красный, да, тут еще должен быть красный. Следом идет. Давайте таймлайн перекрутим. Так, на пятом поставим. Теперь, значит, цвет красный. Так, и эмиссию побольше, да, пусть светится. Так, прописываем опять же два вот этих варианта. И вот этот кадр Shift-D перетаскиваем, ну пускай на восьмой где-то. Ну, смотря как он гаснуть будет, резко или, допустим, чуть-чуть замедлением. Так, этот прописали. Так, теперь следующий. То же самое, New. Добавляем эмиссию. Добавляем, значит, так, первый можно прописать. Какой тут цвет у него присутствует. Ну, вот этот. Так, так, эмиссия не стала. Так, эмиссию. Подбираем тоже цвет такой. Можно его чуть-чуть уменьшить, прибавить. Тут уже регулировать надо. Прописываем, значит, вот эти два ползунка. И здесь теперь у нас должен быть желтый, да? Типа приготовиться. Ну, что-то так посветлее. Так. Это уже будет на восьмом. Так, тогда здесь на восьмом ставим желтый свет. Эмиссию тоже можно отрегулировать. И вот у нас получается красный, желтый. Все это дело так переливается. Так, теперь где гаснет у нас? Здесь гаснет у нас Shift-D. На 10-м, да? Так, это желтый гаснет. Значит, здесь уже должен зажечься у нас уже следующий. Это New. Опять же, ставим эмиссию, поставим ему, опять же, серый цвет, прописываем все это дело. G чуть-чуть можно даже оттянуть подальше, чтобы здесь уже на 10-м загорелся у нас. Вот так, это у нас зеленый будет гореть. Так, прибавляем цвет, прописываем и вот этот на Shift-D. Допустим, чтобы газ. Ну, опять же, продолжительность тут нужно будет регулировать. И вот у нас раз сначала загорается один, гаснет второй. Ну, вот этот промежуток моргания надо вот эти все промежутки регулировать. Каким образом? Это значит, вот выбираем, тут задержка большая стоит. На этом уже покороче, да? Допустим,
G можно чуть оттянуть, он будет теперь раньше зажигаться. Раз, тот еще не погас, а этот уже вроде бы как зажигается. Так, теперь у нас получается ставим 12 кадров, Enter. И вот у нас вот это идет моргание. Ну, опять же, все это нужно по продолжительности регулировать, как там задержка, насколько машина будет, значит, у нас все это дело пролетать. Так. Выбираем все наши вот эти штукенции, все анимации. Можно тогда S поставить до 25 кадра. Но это мало, потому что 24 кадра это секунда. Это получается раз, раз и так далее. 25. Ну вот уже помедленнее стало все, поприкольней, нормально. Так, следующий вариант, нам нужно какую штуку? Так, здесь уже можно даже это все дело как бы приблизить, потому что расстояние между первым и красным слишком далеко. И тогда промежуток большой получается. 19 кадров ставим. Ну вот уже вроде первый промежуток нормальный стал. Так, есть такое дело. Теперь нужно попробовать настроить, значит, стекло, да? Не делал никогда. Давайте попробуем, значит, Add, Mesh, План. Так. Цилиндр долой. Надо сферу. Так, UV сфера. Тройка на NumPad. Делаем ей S. G подставляем к нашей фаре. Еще, значит, S. G приподнимаем. Тройка на NumPad. Опять же, попробуем все это дело выпустить поближе. Так, надо будет все это, опять же, отрегулировать. Регулируем. Так. Ну, а теперь надо ей настроить, значит, стекло. Так, сфера у нас, значит, установлена. Давайте теперь ей подключим материал новый. Подключаем материал, заходим в шейдинг. Находим, значит, у нас тут настройку спекуляр в минус. Roughness где-то... Батарея подсела. Roughness, значит, ну, поменьше. Можно 300, наверное. Ну, давайте пусть 200 будет. Так, теперь альфа до конца и трансмиссия до конца. Получается у нас вот такая, значит, штукенция. Вот. И чтобы это дело все увидеть, нам нужно зайти теперь в Cycles. Так, вот, переключаемся на рендер. Смотрим, что у нас. Так, где у нас красный свет загорается? Вот. Единица на NumPad, ну, уже вроде бы стеклом отдает. Просто нужно тут еще как бы свет настроить, да, по-другому, чтобы он правильно там падал, чтобы все это дело вроде бы как подсвечивалось. Ну вот, уже видно, что стекло, да? Так, это у нас цилиндр. Теперь на цилиндр, вот здесь она загорается уже ярче. Здесь вроде бы как перелив. Ну это вот как настройка первого варианта, да? Ну все вроде бы работает. Только нужно вот этот теперь G отрегулировать, быстрое моргание, вот это, чтобы затухание было правильно сделано и вообще. Бэмс, бэмс. Вот теперь мы эту сферу должны отрегулировать. Лучше на две сферы, наверное, устанавливать вот это вот.
штуку. Так, чтобы больше перекрыло. Ну, как бы вот так бы, да? И попробовать все это дело подогнать, где-то даже сплюснуть, чтобы меньше была такая штукенция, значит, вылазящая. И как бы спрятать полностью фонарь вот за этой сферой. Так, смотрим, что получилось. В принципе, вроде бы стекло напоминает. Вот такой один вариант. Так, давайте еще один вариант попробуем. Значит, что у нас тут? Материал вот этот удалим в минуса. Так, зайдем в layout. Так, теперь что сделаем? Если переключимся на Eevee, выбираем опять же сферу, добавляем новый материал, заходим в шейдеры. Так, теперь этот удаляем и добавим ноду. Это значит глаз. Глаз BDSS. F. Подключаем к Surface. Так, смотрим, насколько теперь эту штукенцию roughness поставить. Вот такая получилась у нас штукенция, да? Нужно теперь зайти в layout. Камера 0 на нампаде, Shift F. Погуляем немножко, значит, по нашей вот этой штуке и посмотрим рендер. Вот рендер темный, значит, зайдем опять же в Cycles и попробуем сделать еще один рендер. Так, вот такой получился вариант. Но теперь давайте включим свет, да? Где он у нас тут вот красный. И попробуем еще раз сделать рендер image. Ну, вот такой получился вариант. Если где-то это дело будет стоять, допустим, в городе, да, еще получше тут металл настроить, возможно, текстуру металла добавить, то будет вообще смотреться, думаю, неплохо. Ну и сам светофор, смотря какая форма будет, там мягкости и добавить, чтобы вот таких ребер не было четких, будет все зашибись. Ну, словом, такая информация. Все, всем пока, до свидания.